Как же развить ясновидение? Ясновидение развить очень несложно. Для этого вам понадобится мой семинар, третья часть развития ясновидения. Попробуйте его найти, пройдите, и вы, обещаю, после прохождения моего семинара развития ясновидения, часть третья, через 2 часа после его прохождения сможете быть ясновидящими, предсказывать события, просматривать, где там что пропало, отвечать на такие вопросы, на которые я отвечаю, и 100% говорить, что ясновидение очень несложно, без всяких заморочек. Каким образом это происходит? Ну, допустим, один из таких нюансов, человек спрашивает, у меня там порча или у меня в помещении где-то подклад, как найти подклад? Я обычно объясняю, подклад светится, представляем квартиру, будто мы квартиру видим, смотрим, где находится сияющая точка, подходим к ней, видим эту сияющую точку, эта сияющая точка является подкладом. Достаем этот подклад или говорим, где его найти, выносим, на этом все заканчивается. То есть вот таким образом это все работает. Там наврал человек или не наврал. У меня такая ситуация была, украли на морском курсе деньги. Как я это все могу проверить? Человек, который украл деньги, он на астральном плане светится светлым, белым. То есть если всех людей поместить в одну комнату, я представил всех людей, которые рядом со мной находились, представил, будто я завел их в комнату и выключил свет. Вот тот человек, который засветился, этот человек и был вором. После этого я подошел к этой женщине, и она побежала в свою комнату и говорю ей, я знаю 100%, что это ты забрала, поэтому я никому ничего не скажу, а ты просто как взяла, так же внезапно мне сейчас верни. Договорились? Она говорит, нет, я не брала. Я говорю, ну давай, сейчас вот до 12 часов, потому что если до 12 не будет, то я придумаю тебе проблемы. Она говорит, ну, я услышала. После этого она выходит и говорит, надо же, я нашла сумку у себя прям возле кровати. И тот человек, который отвечал за эту сумку, говорит, надо же, я не знаю, как я ее у тебя оставила. А потом говорит, Андрей Андреевич, как это я могла у нее оставить? Но я-то знал, что случилось.